Есть 6 сфер, в которых он живет. Первая сфера – это его деятельность. Вторая сфера – это его семья, личное пространство. Третья сфера – это его здоровье. Четвертая сфера – это социум. Пятая – это личное развитие. И шестое – это интересная жизнь. И вот когда у человека эти 6 сфер сбалансированы, ведь понимаете, что без здоровья все остальное не нужно. Без деятельности денег не будет на все остальное. Да? И нужно, чтобы вот эта вот тарелочка, вот эти гирькины тарелочки так были сбалансированы, чтобы она сама была устойчива. И тогда даже если шатается что-то под ней, там, кризис, санкции, то она остается вот в этом состоянии устойчивым.